Лучший интернет-магазин полезных продуктов. Вербамайер – единственный центр майер-терапии и детокса на территории России. Уникальные программы, великолепный спа-центр, эффективные курсы диагностики и собственный ресторан высокой кухни. Вербамайер предоставляет своим гостям все возможности для полного погружения в мир здоровой жизни и заботы о своем теле. Для того, чтобы доступ к качественной здоровой кухне не прекращался и после отъезда из центра, мы создали интернет-магазин здорового питания с доставкой полезных продуктов и свежих блюд из нашего ресторана высокой кухни «Верба Кузин». Авторская австрийская кухня «Вербамайер» исключает лактозу, рафинированный сахар, глютен и при этом содержит все необходимые питательные элементы, витамины и минералы для сбалансированного рациона. В ассортименте интернет-магазина «Вербамайер» можно найти как продукты на каждый день, так и полноценные блюда – супы, салаты, сэндвичи. Все они готовятся в ресторане центра по оригинальным авторским рецептам, разработанным с учетом рекомендаций майер-диетологов из натуральных отборных продуктов – овощей, свежей рыбы, мяса, выращенного в фермерских экологически чистых хозяйствах. Так, для приготовления сыров и йогуртов мы используем только фермерское безлактозное молоко. Безглютеновый хлеб, который не содержит дрожжей, улучшителей вкуса, сахара и яиц, выпекается на нашей собственной кухне. Легкие и вкусные десерты изготовлены из натуральных и полезных ингредиентов. Авторские пирожные, рисовые печенья и конфитюры не содержат пшеничной муки, куриных яиц, рафинированного сахара и масла. Кроме того, в интернет-магазине «Вербамайер» представлены и другие продукты, включая суперфуды, травяные сборы, биологически активные добавки и косметику. Мы хотим, чтобы все, что окружает вас, было только высшего качества. Все продукты упакованы в безопасные, биоразлагаемые материалы, либо стекло, подлежащее переработке и повторному использованию. Блюда и продукты интернет-магазина «Вербамайер» созданы с заботой о здоровье. Правильное питание еще никогда не было таким разнообразным и вкусным.